«По зову сердца». Премию с таким названием врачам, спасающим жизни участников СВО, учредил фонд поколения депутата Госдумы Андрея Скотча. Ее обладателями стали 247 врачей из 9 медицинских организаций региона. Общий бюджет премии – почти 40 миллионов рублей. С церемонией награждения в городе Металлургов Оксана Черных. Среди своих опытных коллег Ольга Юматова из 2-й горбольницы Белгорода. Специалист трудится в области экстренной хирургии. Выполняет срочные операции разного профиля, в том числе после тяжелых ранений. В основном, конечно, я как помощник-ассистент. Оперировали всегда самые опытные доктора, потому как это особый характер ранений, то есть непредсказуемо что-то может быть. Всегда мечтала стать врачом. После обучения для меня самая интересная специальность – это хирургия, потому что врач-хирург должен работать не только руками, но и головой. То есть это очень сложная работа и очень интересная. С каждым днем Ольга все больше влюбляется в профессию, потому что в этом призвании бездна смысла и значимости для будущего. А премию фонда поколения врач считает стимулом для большего профессионального развития. Я немножко смущена, потому что я считаю, что есть доктора, которые более достойны этой награды. То есть мне дали, можно сказать, эту награду авансом, поэтому я буду стараться совершенствоваться в дальнейшем. Хирурги, нейрохирурги, травматологи, реаниматологи, урологи, специалисты медицины катастроф. Профессиональный охват новой премии фонда поколения «По зову сердца» многогранен. В числе ее лауреатов – врачи, спасающие жизни. Это премия, которая действительно отражает тот подвиг этих людей, которые сегодня работают в определенной степени сложности и спасают жизнь наших военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. И во время посещения Старого Оскола Андрей Иванович принял такое решение поощрить людей, именно гражданских медиков, которые работают в этой зоне ответственности. 247 лауреатов из 9 медицинских организаций региона. Больницы областного центра, Шебекинской, Валуйской, Грыворонской, Борисовской, Красноярушской ЦРБ, Белгородской станции скорой помощи. Врачи этих приграничных районов ежедневно совершают свои подвиги на своей передовой. Вы не жалеете свои силы, вы не жалеете свое здоровье. Вы отдаете частичку самого себя, чтобы восстановить здоровье. Мы говорили и говорим вам большое спасибо. Оксана Черных, Дмитрий Жиляков. Такой день на Мире Белогорья.